Уютное свидание на крыше. У нас для свиданий всегда хорошая погода. Что обещают нам синоптики на середину недели в середине августа? Чем порадует среда? Далее в моем метеоотчете. В среду в Магнитогорске ожидаются дожди. Температура воздуха ночью плюс 20. Утром температура воздуха понизится на 2 градуса и составит плюс 17. Днем до 24 тепла, а вечером будут температурные колебания от плюс 17 до плюс 20. И по-прежнему велика вероятность осадков. В Белорецке на близлежащем курорте Башкортостана чуть холоднее. Ночью здесь всего 15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20. В течение дня велика вероятность кратковременных дождей. В Сибае, так же как на Урале в целом, всю среду осадки в виде дождя и до плюс 17 ночью. Днем 24 градуса со знаком плюс. А сейчас время постоянной рубрики «Погода от народа». Магнитогорск, доброе утро. У нас в Екатеринбурге сегодня преимущественно облачно, плюс 18 градусов сейчас, есть облачность, прохладный ветер. Днем у нас будет температура до плюс 23 градусов. Ну и вообще, в принципе, у нас погода будет ухудшаться, впереди дожди, похолодание. Поэтому пока вот это вот солнышко сейчас есть, наслаждаемся им в полной мере. Ну, в принципе, погода нас не особо радует в Екатеринбурге. Лучше куда-нибудь уезжать в теплые края, где солнечно, жарко и хорошо. Всем вам удачного дня, пока-пока. В столице Южного Урала весь день дожди, утром плюс 15, днем здесь термометр покажет плюс 22 градуса. На этом у меня все. Хорошего вам летнего настроения и осуществления всех планов.